Три машины вдребезги, один человек попал в больницу в результате тяжелого ДТП, которое произошло сегодня во второй половине дня в столичном секторе Ботаника. От удара микроавтобус отбросило на автомобиль, стоявший у светофора. По словам очевидцев, женщина на «Хонде» резко выехала на светофоре и врезалась в микроавтобус. Удар был настолько сильным, что бусика отбросила на капот машины, стоявшую у светофора. А последняя, откатившись назад, ударила авто, стоявшее за ней. Женщина-водитель, врезавшаяся в микроавтобус, говорит, что у нее был приоритет. Водителя «Хонды» доставили в больницу на обследование. А вот владелец микроавтобуса отделался испугом. Он утверждает, что заканчивал маневр, а светофор, на который сослалась женщина, не работает. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.